В нашем городе существует несколько заброшенных зданий, которые мозолят глаза местным жителям довольно продолжительное время. Как, например, вот эта старая пожарная часть на улице Советской. Многие задаются вопросом, почему бы такие здания не восстановить, отреставрировать, как-то преобразовать или попросту не снести. Здесь, например, можно было бы устроить музей пожарной части, ну или снести ее, как поступили с этими бараками. Однако, таких бараков, особенно в Первом Волхове, остается еще довольно много, а они чересчур пожароопасны, так как чуть ли не каждый второй в свое время сгорел при пожаре. И все надеются, что их в скором времени постигнет такая участь. А вот и другие примеры того, как преобразовали некоторые из бывших заброшек. Некоторые из заброшенных зданий даже жалко, как, например, это общежитие, старинное и некогда красивое сооружение. А другие подобные дома вот-вот могут превратиться в точно такие же. Дальше без комментариев еще несколько подобных заброшенных зданий. И напоследок еще несколько заброшек, которые увядают уже несколько лет, но они хотя бы так не бросаются в глаза местным жителям.
Это далеко не все из них. Существует еще заброшенная воинская часть в Октябке, КСК за локомотивным депо, старый автомобильный мост и так далее.